По решению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, дошкольникам из льготных категорий доставят более 14 тысяч продуктовых наборов. Эта мера поддержки в регионе вводится, чтобы поддержать семьи в период, когда дошкольные учреждения закрыты. Уже сегодня первые коробки с продуктами доставили малышам Муравленко, рассказывает Анастасия Попова. А ленин у меня еще. И сахар. Хорошо. В детском саду Непоседы работа кипит. Здесь фасуют продуктовые наборы для воспитанников учреждения из льготных категорий. Всего 155 коробок и пакетов. Эти наборы получат те, кто больше всего нуждается в помощи. Многодетные и малоимущие семьи, в которых воспитывают детей с инвалидностью, а также те, кто остался без попечения родителей. Всего 14 категорий. Сегодня, как раз по поручению Дмитрия Андреевича, мы начинаем развоз продуктовых наборов именно для этих льготных категорий, в которые вошли дети из многодетных семей, дети малоимущие, дети-сироты. Также сюда входят дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, детки семей коренных малочисленных народов Севера и дети одиноких родителей. С полным перечнем льготных категорий, которым положены продуктовые наборы для школьников, можно ознакомиться на сайте правительства Ямала. Один такой набор включает 18 наименований продуктов. Сгущенное и питьевое молоко, растительное масло, сок, консервы, тушеная оленина, крупы, сахар, муку, чай, какао и конфеты. Все продукты от российских фирм-производителей и соответствуют ГОСТам. Стоимость одного набора почти 2800 рублей. При подготовке перечня продуктового набора для дошкольников города Муравленко мы прежде всего исходили из качества продуктов в составе. И все наши продукты в нынешнем наборе соответствуют требованиям ГОСТ. При подготовке набора мы также учли, чтобы продукция местных производителей, то есть производителей Ямала, была в продуктовом наборе. Это рыба консервированная двух видов и оленина тушеная. Каждый такой набор с сегодняшнего дня в семьи доставят волонтеры. Любовь Авилка – доброволец со стажем и всегда откликается на просьбы о помощи. Только сегодня ей вместе с супругом необходимо доставить адресатам 15 продуктовых наборов. В то время, когда нужно проявить свою сознательность, инициативность и помочь другим людям. Набор продуктов рассчитан на месяц. Доставка будет осуществляться до 31 мая. Здравствуйте. Спасибо большое. Все, спасибо. Анастасия Попова, Сергей Лукович. Новости Муравленко.